Одна из главных миссий Мальтийского ордена – это помощь бедным и страждущим. Сегодня мы проводим акцию в конном клубе «Магнат». Постарались пригласить сюда деток. Детки больные ДЦП и дети из интерната «Триумф сердца». Мы постарались подарить им праздник. Мы вместе сегодня празднуем наступающий праздник Святого Николая. Он всегда старался помогать бедным людям, которые нуждающим людям и так дальше. Так и цель тоже имеет Мальтийский орден, который католический орден, рыцарский. А мы почти 1000 лет стараемся помогать бедным людям, нуждающим и так дальше. Der Herr Botschafter hat ein sehr großes und warmes Herz, organisiert ganz viele gute Sachen, unter anderem diese Sankt-Nikolaus-Feier hier in Kiew für diese Kinder. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier teilnehmen durfte, dass ich sehen durfte, wie die Sachen ankamen, die ich von ganz verschiedenen Firmen aus der Schweiz und aus Deutschland mitbringen durfte. Чувствовала, что конь – это мои ноги. Впечатление, что конь – это часть меня. А на сетке уже катали долго, только не катали. Мне очень-очень понравилось кататься на лошадке, особенно этой лошадке-кукле. Я люблю коней. Его звали Кнопа. Он был такой хороший, добренький и веселый. Мягкая шерсть такая классная. Плавно так ходит, классно. Еще называют Николай Чудотворец. Святой Николай очень добрый. Ему родители как бы не сильно разрешали, и он поэтому ночью забирал что-то у себя в холодильнике или что-то у него было, и он ходил к нищим и все дарил. А еще он кладе у подарунок перчик. Скільки ты зробив поганих дел, такі перчики тобі кладуть. Чудо – это когда сбывается что-то невозможное. Мне кажется, что чудо делает Бог. Ты вообще родилась. И еще когда я была на соревнованиях, я думала, что вообще не займу место, а заняла первое. Вот, у меня даже медаль есть и грамота. Младшая сестра, когда пришла, ее принесли домой. Чудо. Мне кажется, то, что я живу, это уже есть чудо. Я віддала всі почти іграшки, які мені були, і я віддала свою саму найулюбленішу. Я коли була в 3-4 класі, і у мене було щось сладеньке, то я всьому класу роздавала. Я учу грати діток на флейті. Ну, уступаю все время место бабушкам, дедушкам в тролейбусах. Ми повинні теж допомагати людям,
как нам помогают делать добро и служить Богу. Там же делаем сейчас что-то хорошее. А когда мы вырастем, мы будем тоже делать много чего хорошего. Потому что мы будем повторять и делать даже лучше. Блок. Площадка. Это вот такая площадка, пока на это море. Ой, кусайте. У него такие маленькие зубчики. А ему спасибо еще. Бог – це той, який создав весь світ, який создав усе, все, що є на землі, ну, крім машин. Это Творец. Первый самый дух, который сделал все. Это тот, кто, ну, охраняет нас. Отче наш, ісусе на небеси, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе и на земле. Хлеб нас насущный, дай нам днесь, остань нам долги наши, якоши мы остальным должникам нашим, и доведи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь, аминь, аминь. Да святится имя Твое. Зараз такий час тяжкий, що янголи, ну, своїх підопечних відпускають і йдуть теж готуватись до Різдва. Ну, я благодарю Бога за день. Вот. За те, щоб завтрашній день був хорошим. Щоб у всіх було все хорошо, інваліди виздоровили поскорее, всі діти бездомні, щоб їм сказали: «Одевайся, за тобой мама пришла».